В Шымкенте крупный поставщик тепла погряз в долгах. С 21 августа прекращена поставка газа на местную ТЭЦ. Сейчас тепловики должны газовикам свыше миллиарда тенге. Стороны пытаются найти компромисс, чтобы зимой не оставить людей в холоде. Составлен новый график погашения задолженности. Первый транш в 700 миллионов тенге должен пройти до начала отопительного сезона. Тепловики начали активно собирать долги со злостных неплательщиков. В суд переданы 8 тысяч дел. Удалось вернуть более 42 миллионов тенге. Горожане на сегодня должны еще 118 миллионов. 118 миллионов – это, считайте, оплата за газ, оплата за труд наших работников, оплата за всевозможные наши долги, налоги и все прочее. Поэтому 118 миллионов – это немаловажная цифра, и мы считаем, мы будем считать, и мы будем делать все, чтобы их даже в принудительном порядке восстановить. Сейчас ситуация с подготовкой к отопительному сезону на контроле у акима города. Большая часть многоэтажек готова к приему тепла. На ремонт и замену теплосетей в этом году выделили около 2 миллиардов тенге.